Добрый день, мои дорогие! Сегодня 20 марта 2023 год. А завтра 21. И завтра начинается интересный такой день. Астрономический Новый год. В мусульманских странах Навруз. Или весеннее солнцестояние. Вот. Что-то это связано с космосом, перемена каких-то циклов космических. И все это, естественно, влияет на всех нас. И пусть это будет положительным влиянием на каждого из нас. Пусть весна всех нас радует своим солнышком, теплом, легкостью, свободой, душевной гармонией. Всем желаю приятно встретить этот астрономический Новый год, праздник Навруз, весеннее солнцестояние. Знаете, вот в мусульманских странах к этому готовятся очень внимательно. Они очищают дом, очищают свой двор перед домом, выметают, вымывают, готовят праздничный ужин. Ну, все как по принципу Нового года, свечи, там угощения. Ну, в общем, это будет завтра. А сегодня канун этого праздника Навруз. Поздравляю вас все, мои дорогие, с таким особенным временем, переходом. И пусть для всех это будет приятным временем. Пусть всем нам помогают звезды. Пусть космически все складывается благополучно. Пусть влияние планет на всех нас, на нашу Землю будет благоприятно. Всем желаю вам мира и добра. И скорейшего завершения всяких военных конфликтов. Очень хочется мира. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.